Всем привет! Мы на канале Илинка Лоли. Мы сегодня будем снимать челлендж. Какой? Коктейль. Детский коктейль Сангрия. Сангрия. Да? Сейчас я вам рассказываю правила. Я вот так вот веером выставляю карточки. Вы вытягиваете по одной карточке. И тот фрукт, который находится под этим номером, я вам его отдаю. Все? Начинаем? Так. Тянет Илина. Так, и у Илины цифра 8. Что у нас под цифрой 8? У нас под цифрой 8 какая-то желтая. Желтая малина. На, тебе. Так, теперь Ася. Давай. Так, у Аси цифра 10. У нас под цифрой 10 клубника. Ася, клубника. Так. Теперь вытягивай. Только не здесь. Давайте, Ирина. Давайте. И вы смотрите. Оп, я что ж такое. И у Ирины цифра 7. А под цифрой 7 у нас красная малина. Две уже малины. Так, теперь Ася тянет. Давай. Цифра. Давай. 4. Цифра 4. Так, а что у нас под цифрой 4? Лайм. Это тебе. Так, Илина, тяни. Давай. И. Так, и у Илины цифра 3. Под цифрой 3 у нас яблоко. А как 3? Да? Яблоко. Так, у нас где-то это 3. Да, где-то 3. Уже убрал, да. Так. Теперь Ася тянет. Оп, тяни. И у Аси цифра... Покажи. Давай посмотрим. У Аси цифра 6. Что у нас под цифрой 6? Черная смородина. Можно я ее не буду ее? Нет. Так, следующая тянет Илина. Давай, тяни. Не смотри, быстрее. Давай. Вот это? Так. Пока. И у нас цифра 1. Так, что у нас под цифрой 1? Лимон. Под цифрой 1. Лимон. Есть мой любимый лимончик. Первый раз слышу, чтобы ты любила лимон. Да, люблю. А сейчас ты не задал, что я люблю лимон? Не, я люблю только лимон и сок с сахаром. А я люблю. Давай, стой, сейчас я сосед. Давай. И он у тебя цифра 12. Так, что у нас под цифрой 12? Это напиток. Ага, это папа. Тебе для коктейля. Так, дальше. Заливать. Тяни. Давай. Какую? Оп. Два. И у нас тут цифра 2. Под цифрой 2 у нас нектарин. Это тебе. У нас осталось. А, поделишься? Да. Давай, тяни. И у нас там цифра 9. А что у нас под цифрой 9? Киви. Я люблю киви. Киви. Давай. И у нас тут, у тебя точнее, цифра 11. А под цифрой 11 у нас напиток. А это тебе для коктейля. Так, куда же тебе так поставить? Вот так вот. Так, и осталась карточка одна Аси. Какая тут цифра? 5. 5. Что у нас под цифрой 5? Под цифрой 5 у нас красная смородина. Все? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итак, у вас продукты для коктейля есть. Будем начинать делать коктейль? Ага. Все? Да. Алик все нарезал. Ася, начинай. Каша и молочина. Ты все хочешь насыпать? Нет. Хватит? Ася, Ася, нет. Смотри, что-то не вкусно. Нет, Ася сейчас. Тоная молочина. Хорошая. Кубика. Киви.
Раз. Два. Три. Давай. Это лайм. Покажи. Лайм. 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 А теперь, Элина, давай. Что ты будешь первое закидывать себе в коктейль? Нет, стой. Давай лучше вот так вот сделаешь. Шоу. Ты все хочешь? Да. Тогда пол стаканчика красный. Договорились? Давай. И пол? Ну, не весь. Я имею в виду то, что вот половинку. Меньше половины. Ладно. Что дальше? Что? Что ты хочешь? Это что? Нектарин. Нектарин. Один. Лимон. Сколько ты лимон? Один. Покажешь тебе, как ты ешь лимон? А ну. Да. Давай. Косточки вытащи. Давай. Что я не люблю косточки есть. Дина, ты любишь свои волосы есть? Да, люблю овощи. А ну-ка покажи всем, как ты ешь. И что, вкусно? Да. Сладкий? А я люблю тоже лимон. Ну все. Давай, заканчивай свой коктейль. Я люблю тоже лимон. И не... Давай, теперь яблоки. Или у тебя нет яблок? Я очень люблю нектарин. Нектарин? Два. Давай покажу. На. Это тебе. Это абрикос. Да это нектарин. Да, сейчас покажу. Складывай яблочки, давай быстрее. Будем уже за... Ой, как-то... Кому это? Давайте, Ася помогу. Может, ручками? Может. Да, я буду. Можете ручками, если хотите. Ай, холодно. Ручками не хочешь, Ася? Прикольно. Попробуй ручками. А, холодец. Как снег. Ага. А мяту, может, кто-то хочет себе положить или нет? Нет. Мяту, давайте, кому? Мне. Ты знаешь, что такое мята? Понюхай, как она пахнет. Знаю. Сколько тебе, веточку или листики подрывать? Веточку. Или поломать на веточке? Ася, а тебе? Клади мяту, Вася. Или тебе тоже, тебе тоже поломать? Ты сама? Смотрите, какая красота получилась. Да. Будем пробовать? Да. Да. А может, помешаете или не надо мешать? Не надо. Надо. Ну, Лина помешает. Кто? Вася. Я помешаю. Наливаем? Да. Наливаем Элине. Так. Теперь наливаем Асе. Ты хочешь графин, Ася? Да, сын. Нет. Смотри, какой у тебя красивый цвет. Ой, ягод. С ягодками пусть будет? Да. Так. Ну как? На пробу, ты мне свой. Ну? Раз. А ты у Аси попробуй. Ну как? У Аси вкуснее, потому что у нее там вкус какой-то есть. У меня никакой вкус. Ну да. Давай попробуй твой никакой. Он куча трубочек лежит, они сами. Вкусный, почему? Будем прощаться или нет? Да. Всем пока! Ставь Всем лайк пока. И подписывайся на канал. Всем пока! До скорых встреч! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!